«Весенние ласточки» – первое мероприятие, которое провела спортивная школа после годового перерыва. Гимнастки соревновались в групповых упражнениях и в личном первенстве. Возраст участниц – от 5 до 16 лет. В состав жюри открытого первенства входили тренеры из Нижнего Новгорода Арзамаса и Сарова. У нас девочки разделены на большее количество категорий, чтобы больше было награжденных, больше было смеха и радости, и меньше слез. Из-за пандемических ограничений зрителей на трибунах было немного, болельщики приходили строго по графику. Елена решила поддержать дочку друзей из Нижнего Новгорода, которая не первый раз участвует в весенних ласточках. Труд вкладывается такой, и это ежедневная борьба с собственными неудачами, поэтому мы болеем за каждого ребенка. Эти соревнования важны для юных спортсменок. Гимнастки оттачивают на них мастерство, учатся не бояться зрителей и выступать на турнирах более высокого ранга. У меня стала лучше растяжка, гибкость. У меня получаются многие сложные мастерства, риски. Мне это становится легче делать, и я думаю, что я добьюсь очень много всего. Я хочу очень сильно сейчас дойти до мастера спорта. Участница соревнований Вероника Банова занимается гимнастикой 7 лет и планирует связать судьбу с профессиональным спортом. Пока хочу работать дальнейшим тренером и помогаю сейчас тренеру с маленькими девочками их разминать, выпускать. В финале соревнований наградили победителей и вручили разрядные книжки юным спортсменкам.